Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущая Юлия Ланская. Нынешнее время, наверное, которое мы доживаем сейчас, потому что, наверное, мир больше прежним не будет, происходят такие тектонические изменения. Скажем, начало 21 века – это время изобилия. 20 век, во всяком случае в нашей стране, это было время лишения, время аскезы определенной, да, и нынешнее изобилие, оно происходит не только вот в супермаркете, когда ты приходишь, да, вот можешь купить себе любую коробочку с любым вкусом, по любой стоимости. Изобилие есть и в информационной среде. И продолжая вот эту тему, скажем, Инстаграм психологов, Инстаграм коучей, ведь далеко не у каждого, во-первых, у каждого священника, наверное, есть свое такое личное кладбище его пастырских ошибок, когда человек получил те или иные духовные травмы. А когда психолог ведет какие-то раздает массовые советы людям через Инстаграм, да, на тысячную, там, миллионную аудиторию, и у людей ломается после этого жизнь. Не только семейная, общественная, да, но и происходит деформация личности. Вот в этом плане необходима ли какая-то узкопрофильная цензура, например, да, то есть чтобы вот такой Инстаграм-психолог, он имел, может быть, лицензию сообщества психологов, да? Это вообще проблема, конечно, не моя, это проблема психологов, потому что если брать духовенство, то, безусловно, например, вот как сравнить сообщество священников и сообщество психологов, то все-таки у нас в церкви есть определенные, у нас есть дисциплинарная комиссия, у нас есть церковный суд, да, священника могут запретить, его могут запретить в проповеди, запретить исповедовать, могут запретить священнослужение, да, могут лишить сана, да, это причем делается публично. И в данном случае человек, который пострадал от какого-либо священника, он реально может обратиться, вот мы сейчас снимаем, да, в епархиальное управление, пожалуйста, обращайтесь вот в Кемеровское епархиальное управление, да, если там священник как-то нанес вам вред, и вы можете с этим прийти, то будет дисциплинарная комиссия, этим будет разбираться и так далее. В мире психологов, если брать именно Россию, этого нету. Есть какие-то внутренние, создают какие-то сообщества и тому подобное, но это все не является законом, да. И, конечно, это тот вопрос, который должны решать сами психологи. Чтобы слово «психолог» не мог к себе приписывать человек, который, во-первых, раз, не имеет образования, и два, который наносит вред. И вот нужно определить, что является вредом, что не является вредом и так далее. Но это вопрос психолога. Но это больше я не с точки зрения психологии задаю вопрос, а с точки зрения гигиены информационного пространства. Потому что, как ни крути, там смешиваются все чиновники, психологи, водители, священники, таксисты. Я думаю, что не может быть никакой гигиены. Знаете как, вот если себе представить море, в котором есть даже какие-то моменты, где немного есть чистой воды, но в остальном все одни сплошные фекалии, то все-таки я бы рекомендовал, несмотря на то, что сам проповедую через социальные сети, я бы рекомендовал, по крайней мере, воцерковленным людям себя очень жестко ограничивать. То есть, что как можно меньше было вообще времяпровождения там. Я даже скажу так, что я бы относился бы, вот если это сейчас вот то, что я говорю, это касается только вот церковленных людей, которые постоянно причащаются, исповедуются и так далее. Я бы относился бы к вот такому многочасовому времяпровождению в социальных сетях, вообще в интернете, как к смертному греху. Ведь понятно, что смертный грех – это такое растяжимое понятие, да, оно такое даже не очень свойственно православной церкви. Но суть проста. Есть такие болезни духовные, которые тебя просто разлучают с церковью. Наиболее липкие такие, втягивающие. Я бы сказал, что они тебя именно расцерковляют. Вот есть воцерковление, оно происходит через исповедь регулярно. Да? Мы слышим молитвы на исповеди, такие слова «примири и соедини его с святей твоей церкви». Да? То есть воцерковление, вход в церковь происходит в момент исповеди. Но ведь есть же и расцерковление. Расцерковление – это, как, например, человек вот прелюбодействовал, это расцерковление. С этого момента он не считается частью церкви, после прелюбодеяния. Пока не будет покаяния, и там вообще длительный процесс в церковлении происходит. Также убийство, также воровство. Вот я думаю, что человек, который с головой ушел в интернет, ведь не стоит удивляться, что у него не будет времени на то, чтобы читать Священное Писание в толковании святых отцов,
размышлять на эти темы, да, то, как мы читаем там, у царя Давида в Псалтире, что «размышляя день и ночь, да, о всех делах Божьих». Кстати, если брать латинский перевод Библии, Вульгата, там слово «размышляя» будет «медитабор», как медитация, да? Медитация не в смысле вот этого восточного всего, там, да, дзен и прочее. Ну, а то есть да, такого, мысление, богомыслие. Да, богомыслие, да, именно. А ведь это же Господь говорит через пророка Осии, что боговедение для меня важнее, чем всесожжение. То есть, это, то есть Богу важно, и Богу хочется, чтобы мы о нем думали. И когда ты часами просто проводишь там комментарии какие-то, там что-то смотришь, новость и так далее, ты, ну, ты не можешь находиться в состоянии боговедения. Просто это просто невозможно. И для воцерковленного христианина он должен, ну, кому он должен для себя понимать, что это плохо. Это плохо, и это болезнь. Но знаете, что в болезни самое печальное? В болезни, точнее, для больного человека, когда он болеет, самое печальное, если он считает себя здоровым. Отсутствие диагностики. Ну, отсутствие, вы знаете, что бывает, ты заболел, но не знаешь, какой диагноз, да? Но когда ты считаешь себя здоровым, даже не считаешь себя больным. И вот стоит сказать, что это касается духовенства, мирян, да? Это же брат духовенства касается. Многие, даже священники, считают себя здоровыми и не считают, что в этом есть что-то плохое, когда часами проводят время в интернете. Не читают Священное Писание, не молятся, не проводят время с семьей. Да? Это мы уже говорим про духовенство. Мы реально, что это и так понятно. Мы сейчас, рассуждая об интернет-пространстве, да, о том, что вот эта вот липкость, она может настолько... Прости, что я перебью. Я это уточню. Я сам, торча там, в интернете, проповедую. Я это многократно, просто чтобы важно, чтобы никто не сказал, что, знаешь, а что ты сам сидишь? Я проповедую для нецерковной аудитории. Это мое, то есть, я понимаю, что сидят воцерковленные тоже, но я вот понимаю, что это главная моя задача – проповедовать для нецерковных людей. Ну, собственно, я туда же. Море фекалий, и вот небольшое пространство, может быть, там несколько кубометров чистой воды. Какова вероятность того, что не произойдет диффузия и чистая вода тоже не превратится в фекалии? Нет шансов никаких. Безусловно, все всегда смешивается. И даже когда я в свободное время вдруг там зашел на портал exeget.ru, замечательнейший портал, всем рекомендую, где собраны все там толкования святых отцов на Священное Писание, замечательнейший портал. Ты вот заходишь, смотришь, все остальное. Все равно, выходя оттуда, где-то раз туда-сюда, раз новости почитал, и все, и ты все равно оскверняешься. Ну, хотя бы это признавать это, хотя бы просто признавать, что это твоя слабость, что ты болен, да. Потом, ну, посмотрел на иконочку, Господи, помилуй меня грешно, ну, что я реально творю, в общем, да. У меня есть жена, как сказал, у меня есть дети, да. Как говорил царь Соломон, во все дни суетной жизни твоей наслаждайся женой твоей, да. Какие вообще новости? Сейчас у тебя вот жена помрет, и вообще будет абсолютно по барабану, что в мире происходит. Ты ее даже не обнял. Ну, то есть, какие-то такие, и ты понимаешь, что это же дурдом какой-то, да. Ты сидишь и реально, ведь дело вот сейчас у нас специальная военная операция, да, до этого был ковид, еще до этого тоже мы постоянно о чем-то беспрерывно переживаем, да. У тебя ребенок, а коленку твою бьется головой, папа, папа, поиграй со мной, ты подожди, там, сейчас это, сейчас то, сейчас третье, так суета. Жена как относится к такой интернет-миссии? Жена к интернет-миссии относится очень хорошо, а когда я туплю в интернете, относится очень плохо, на то она и жена. Ребят, если не знаете, в чем каяться, бывает такое, знаете, состояние, не знаешь, в чем каяться, женись, и просто вот, знаешь, придет тебе состояние, не знаю, в чем каяться, подойди к жене, и там, Маш, составь мне мою исповедь, я не знаю, в чем каяться, и просто дальше там. Сегодняшний мир – это мир мимов, да, таких определенных каких-то ярких высказываний, которые вошли в народную память. Отец Александр, по-моему, Гаврилов, который психолог из Петербурга, да, который занимается наркозависимыми, на днях буквально вот получило широкое распространение его слова о том, что завести жену – это примерно так же, как 20 или 30 собачек завести, взять на себя такие обязательства. Порой за такие слова, да, людям приходится давать комментарии к своим комментариям. У вас есть такие слова, фразы или, может быть, ответы на вопросы в сторисах, за которые вам реально стыдно было? Ну, во-первых, давай я сейчас прокомментирую то, что Александр рассказал. Я думаю, что 20 собачек, это, конечно... Преуменьшено. Ну, да нет, ну это просто приятно. Нет, ну понимаете как, собака, она отличается невероятной преданностью и благодарностью.
Дело в том, что есть, ну давайте это разберем серьезно, есть две высоких планки, которые одна для мужа, вторая для жены. Муж, он должен быть добрым, это очень важно, это очень сложно, а жена должна быть благодарной. Да, и это правда, и ему сложно, и ей сложно, да, потому что ты, ну как я могу быть добрый к этой козе, которая неблагодарная тварь, да, он говорит, как я могу быть благодарным этому злому упырю, в общем, да, и все, и вот этот такой круговорот, он начался, винегрет, и все, они так могут там 50 лет прожить, постоянно ссорясь, ожидая, что вот ты станешь добрый, а я буду благодарна, он говорит, ты будешь благодарна, я тогда тебе очень добрый скажу. Поэтому все-таки хоть 20, хоть 40 собак, извините, они благодарны и так далее. То есть тут это нет. С женой это реально, я бы сравнил так, что вот если для пацанов, которые играли в компьютерные игры, это как компьютерная игра на самом сложном уровне, где нельзя сохраняться. Это такой квест такой жесткий. Но это интересно, по крайней мере. Так что все-таки, знаешь, одна жена лучше, чем 20 собак, потому что собаками, ну это они прикольно, да, это радостно, но с женой это всегда очень интересно. Это опасно, ну, как бы это для мужиков как раз. Вот если ты не мужик, тогда, конечно, тебе в брак не надо вступать, иди лучше там, это чем-нибудь займись делом. А по поводу стыдно, не стыдно, да, конечно, да, постоянно что-нибудь ляпнешь какой-нибудь. То есть ты, ну, знаете как, совесть мне не укоряет, потому что я, так скажем, даже какие-то сляпы были, за которые я обидно самому, что вообще как-то мог такое сказать, и я расстраивался, но у меня не было такого, что я бы что-то ляпал, значит, сознательно. То есть я вот сознательно бы захотел бы кому-нибудь причинить зло. Или сознательно захотел бы кого-то обидеть. Вот такого, слава богу, никогда не было. Но потом, когда оглядываешься назад, ты видишь то, что ты написал, люди не так что-то подумали. Вот, люди расстроились, да, и приходилось извиняться публично. Да, это просто, на мой взгляд, вообще нормально. Да, публично извиняться даже не нужно, этого бояться никак. Вот. Но мне кажется, это некая неизбежность. Неизбежность, этого не нужно бояться, потому что вот эти известные слова, что не ошибается тот, который ничего не делает, это и правда так. Вот. Поэтому чем выше ты, так скажем, находишься, да, чем больше дается возможности, тем тяжелее твои ошибки. Потому что, когда я помню, я писал пост, его смотрело там 100 человек, ну, предположим, 1% он не понравился, это один человек. И ты как-то, он тебе написал, ты с ним помирился, и все нормально. А когда твой пост прочитало, предположим, 100 тысяч человек, то и не понравился 1%, это уже 1000. И ты уже ни перед кем не извинишься, потому что 1000 человек, это просто невозможно. Да? А самое главное, что тебе еще никто, все эти обижены, тебе никто еще ничего не напишет, они просто тебя будут обижаться, и будут тебя злословить и так далее. И с одной стороны ты виноват, с другой стороны ты ничего сделать не можешь. И, конечно, это давит. Ну, то есть, вот, бывает такое, что даже батюшки обращаются вот тоже, как вот стать блогером и так далее. Ну, честно говоря, это не самое вообще лучшее дело. Потому что придется отвечать перед Богом. Да? А священнику в особости мне придется отвечать перед Богом. Мне, например, честно говоря, страшно за все то, что я делаю. Потому что... в анекдоте про писателя, да? Когда умерли писатель и убийца, оба варятся в котлах, угу, с одинаковым пламенем примерно, и со временем у убийцы пламя начинает спадать, а у писателя расти. Я уже логику понял. Он спрашивает, почему вот у него-то, ему прохладнее становится, а мне горячее. Так тебя переиздали. Это есть известный анекдот, когда в рай, значит, ну, тоже страшный суд, и в рай попадает водитель автобуса, да, вот, а священник попадает, в общем, явно в худшее место, в общем, да, он, священник возмущается, как так, он говорит, потому что, когда он вел автобус, все молились, а когда ты проповедь говорил, все спали, да, поэтому. И все-таки к вопросу ответственности и дисциплины. Святейший, особенно в фестивале «Веры и Слова», частенько говорит, вот, батюшка, блогер, очень рискует впасть тщеславие и проповедовать себя, а не Христа. Содрогаетесь, когда это слышите? Рискну не согласиться со святейшим патриархом Кириллом в том, что батюшка рискует... Придется вырезать. Нет, ты не переживай. Тем, что батюшка рискует попасть в тщеславие. Не надо тут бояться, ты уже в тщеславии, с головой. Да? Тут, знаешь, святейший снисходит, поэтому он так старается мягко, чтобы не обидеть батюшек и блогеров, потому что все, конечно, тщеславные очень, да, что не то скажи, сразу обидится. Ну, думаете что-нибудь, опять я там, наверное, что-то написал, ему вот положили на стол. Во-первых, кладут беспрерывно. Это, вы понимаете как, это еще раз вот к тому, что когда тебя много людей читает, ну, представь, что вот если какой-то пост
то есть какая-то публикация, скажем по-русски, если какая-то публикация очень яркая, ее может просмотреть более миллиона человек. 1%, которым не понравится, это 10 тысяч. Из этих 10 тысяч, да, если даже возьмешь 1%, который напишут, ты представь, сколько бумаг придет. Мне уже говорили и в епархии, и до этого, что на тебя приходят просто тонны жалоб. Да? Вопрос в том, что, во-первых, надо находиться в контакте с священачальем и понимать священачале его сложность, его трудов, именно по отношению, в том числе, конечно, и к священникам, которые ведут миссии. Да? Потому что, конечно, ни одному начальнику не нравится, когда на человека жалуются постоянно. Да? И, по крайней мере, если начальство видит, что ты адекватный, что ты не вот такой Титаник, который, смотрите, я Титаник, я классный, пошел там до первого айсберга, да? А что ты все-таки ты адекватный, что ты, ну, готов слушаться, что ты, скажем, готов там исправляться, если где-то, то начальство успокаивается. Вот. И в этом плане, мне кажется, что единственный такой вот способ для священника, который ведет миссию, да, это находиться именно в строгом послушании у священачалия. Иначе, если, причем в эти рамки ты должен загонять себя сам. Я вот объясню. Вот я приехал в Кемеровскую митрополию, да, я еду сюда только с благословения своего архиерея, причем я это говорю всем всегда и так далее. То есть есть архиерей, я себя осознанно в рамки послушания архиерея ставлю. Это не архиерею нужно, в первую очередь, это мне нужно, в первую очередь. Потому что очевидно, что если ты, ну, как бы, имея аудиторию больше, чем у большинства вообще епископов, да, а ты начнешь считать себя чем-то, и начинаем, вот, вспоминаем, с чего начали, не думая себе что-то, будучи ничто, то, ну, какие шансы? Ну, какие шансы удержаться в адекватности? Никаких абсолютно. Просто никаких. Залог счастья священника-блогера. Епископ, жена, дети. Еще литургия. Литургия. Ну, нет, литургия, она как раз вдохновляет. Я, наверное, неправильно сказал, залог дисциплины священника-блогера. Я тебе скажу, что это богослужение. Это, в первую очередь, ты должен быть священником всегда в начале. Должен быть священником от начала и до конца. То, что семья, я просто семью не разделяю со священством, потому что и то, и другое связано таинством. Таинство священства, таинство брака. Да? Но для меня мой родной приход, вот литургия, мои прихожане, это главное вообще, что у меня есть. Это как бы, это если брать именно священническую деятельность. А вы впервые в Кузбассе? Да. А вас роднит что-нибудь с Кузбассом? Конечно, роднит, потому что я только что тебе перед этим сказал, что я митрополит Аристарх. Помню еще, когда он был игуменом Аристархом, я учился в семинаре Московской духовной. Он там был старшим помощником. Наверное, вот так вот. Старшим помощником проректора по воспитательной работе. Инспектор тогда. Инспектор, да. Но просто... Вы знаете, мне же было тогда 17-18 лет, это же такой возраст сложный, и ты, в принципе, не любишь начальство, это, мне кажется, нормально для такого возраста. Но к отцу Аристарху было какое-то отношение всегда очень доброе и уважительное, и это, конечно, его заслуга. То, что он, ну, в общем, я от него не получал вот этих всяких, знаете, вот нравоучения, которые... То есть как-то он, в общем, держался очень по-простому, вот, при этом к нему было именно уважение. И о нем сохранилась очень хорошая память. Поэтому, когда я ехал сюда, то ехал, и, знаете, у меня не так много знакомых архиереев, вот, которых вот, чтобы я лично был знаком когда-то. Вот. Но ехал с большой теплотой, просто потому что я вообще следил за митрополитом Аристархом все это время. То есть просто буквально смотрел, как он. Большой брат. Знаешь, просто интересно, то, что я-то помню, когда он прям молодым был, ну как молодым, наверное, лет там 35-40 было. И так я вот по фотографиям смотрю, что так сидит, прощается к старцу. Поэтому вот это просто такая история. Отец Павел, большое спасибо вам и за посещение Кузбасса, и за эту беседу, и за то, что вы следите за жизнью нашего владыки, и наверняка за него молитесь. И для нас это ценно, важно, потому что Кузбасс – это регион непростой. Мы благодарим вас за то, что вы уделили нам внимание, и это время пролетело абсолютно в беседе с вами незаметно. Спасибо большое. Ура! Уважаемые телезрители, нам очень важно знать ваше мнение. Оставляйте свои предложения и комментарии по адресу или телефону, который вы видите сейчас на своих экранах. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Thank you.